Всем привет, это канал Onkin Snake Channel, и мы продолжаем наше прохождение в наполеоновской эпохе. Мод Орел, Игл, и мы двигаемся навстречу с Геллером, Киллером. Так, Прага. Ага. В Праге он был, давайте пойдем к Праге. Ух ты, нифига себе. Мне бы солдат. А ну-ка иди сюда. Так, ловец воров. Ладно, пошли в Прагу, может в Праге как раз и продадим пленных, кстати. Хорошо бы... Так, Вайтра. О, Вайтра восстановилась. Так, число 23. Разгромили нас 15-го. Ну, где-то недельку она отдыхает. У меня строится сторожевая башня. Так, пехота, давай. Блин, еще ведь и не набрал. Рейнский новобранец. Еще надо набрать. Так, а почему так? Нету этих возможностей набрать солдат, что ли, я не понял. Ой. Так. Ну ладно, в Праге вроде должны быть тоже. А нет, нету. Так, мне... харчевня в поиске работорговца. Брауншвейгский егерь, что он хочет? Шестерых за 1000, да ты чё гонишь, что ли? Я уж, блин, как-нибудь со слезами на глазах найду здесь. Уж там 8 человек-то уж подкачаются у меня как-нибудь из новобранцев, ничего страшного, блять, куда я попал? Франков. Нормально. Так, Прага. Подожди, а где может быть... Где может быть наш генерал-то, я так и не понял. Может, в Праге спросим в ратуше? Может, там есть люди, кто скажет мне, где находится наш полководец? В конце концов. Так. Женщин нет, мужчин нет. Блин, я бы все-таки в Вену сгонял. Или вот не в Вену, а вот скорее, может, в Аустерлиц. Никто не горит, да вы что? Мы же на войну идем, ребята. Блин, не можем набрать. Всех собрали. А я знаю, что они всех собрали. Так. Ну вот и все пленные по полтиннику. 5 брауншвейгский егерь. И больше ничего. Так. К
Карл. Ну, давай узнаем у него, где наш сбор. С 3 до 5, да. Сражаться с вами при Касселе. Не помню этот Кассель. Кто, по-вашему, должен получить отдел Прага? Ну, понятно. У меня еще нету никаких. О, отправиться в Венеции. Мы получили донесение, что в этих краях встало войско королевства Пруссия. Я сам туда не поеду. Подожди. Укрепиться в этих землях. Так, давай спросить, где главнокомандующий Авиана в данный момент? Так, где это Авиана? Они туда отправились. О! Так, Прага под свое управление. Ну понятно, нам-то не светит. О, добровольцы. Давай-ка каву возьмем чуть-чуть. 112 из 115. Бля, пожалуйста, наберитесь войска. Кайзер Франц I сообщает, что лорды Австрийской империи собираются на праздник в его большом зале Люблин. Подожди, мне сначала надо этого Геллера найти. Давай сохранимся на всякий случай. Что за разбитые ребята идут? Марбург в данный момент. А, вот, отлично. Сейчас мы их увидим. Патруль. Вот он, Гиллер. Драка, похоже, была с итальяшками. Со мной прибыл отряд отличных ребят, закаленных, готовы к вам присоединиться. Получено задание следовать за армией Гиллер. Доложиться есть. Так, отлично, сообщу, когда мне появится задание для вас, а пока остаетесь за нами неотступны. Держитесь ближе, мы скоро выдвигаемся. Это ладно. А что у нас с едой? Сушеное мяско. Так, сушеное мяско, хлеб 8. Так, хлеб самый конец, рыба 4. Давай сначала рыбу подъедаем. Потом все остальное. Так, мяса много. Хлеб в конце. Ну что ж, нажимаем присоединиться и погнали. Все. У него 58 пленных, это вообще нормально. Ох, какой ты быстрый. Ладно, чем дольше идет время, тем мы успеваем построить сторожевую вышку в нашей деревне, кстати. О, толпа собирается. Все доложились главнокомандующему, куда идем. Маловато народу у них совсем. Так, Гиллер послал сообщение, что хочет поговорить с вами об одном проблеме, которая не была должна быть решена. Она просит прибыть к нему как можно скорее. Гиллер, отлично. Ну давай. Что еще за проблема? Я такую уже не встречал еще. Так, которые вы мне дали.
Так, так, так. Что за дело-то? Клинал. Так, 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 так. Поддержать меня. Так, ладно. Блин, а какое еще задание? А, задание. Задание, я делаю задание, а что мне нужно-то? Ну, активных заданий нет, значит, следуем за гиллером. Сопровождать? Ну, а что делать? Возле Праги замечена крупная армия. Мы идем отбивать армию. Так, отряд. Повышение есть. Так, новобранцы наверх. Кирасиры вниз. Я подозреваю, что кавалерия нам понадобится во второй, так сказать. Так, вот застрельщик наверх. Ополченец, во, самый. Англичане еще живые. Лан, низ. Так. Низ давай, потом разберемся, кого понадобится добивать. Добивать, добивать, а не бросаться в бой. Так. Новобранцы, вольтежер, новобранец. Кава. Так. Об одном деле, который надо сейчас говорить, похоже, скорее. А я, блядь, где, ёпта? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда это я? Пошел в противоположную сторону совсем. Я прибыл. Ну что, так. Другое время, но я не знаю. План действий. Нет, спросить. Ну, короче. Бля, это тут битва. Так, тут, ребята, битва. Надо сохраниться, во-первых. Бля, где этот гиллер? Так, смотрим на битву. Наших 88, все бросаются в бой. Так, их сколько там? 200. Ага, типа отбились, да? Битва 67. Ёптись, где этот гиллер-то? Короче, долбим. Так, кто у нас? Кто есть кто-то здесь? Сейчас как еще не к тому. Шарнхорст — это враг. Так, повести войска. У меня так мало людей. Ладно,
Пойдем-ка обскачем. Сейчас выставлю пехоту наверх. Так. Пехота, давай сюда. Гренадеры сюда. Элита. Элита пускай пока здесь. Все, кава за мной. Скакали. А если там знаменосец, кстати... Так, здесь кава нагибает. Если что, ребята, стреляйте. Может дать возможность им... Пускай повоюют. Пускай мои кавалеристы повоюют. Мне самому бы не помешало. Как бы не отреспали здесь солдаты. Пиздец, ушел, блядь. Ну как же так? Я, блядь, столкнулся с этим долбоебом и умер. Все, моему конец, пацану. Блядь, ну как так? Вот, ну я сам затупил. Я же знал, что они отреспаются и так далее. Что сейчас будет тут толпа. Прям чувствовал я это дело. Ну ладно, пусть... Так, ну, в общем, стреляли-стреляли. Тут выскочила германская кавалерия и всех нагнула. Так что, видимо, каких-то убегающих добивают. Надо не забыть после выхода из боя настроить клавиши камеры. Это неудобно, у меня они по умолчанию стоят в обратную сторону. То есть, с правой руки вообще неудобняк. Так, ну что, добили, нет? Да, добили. Добили. Угу. Ну, в принципе, у меня только спутники. А, вот так. Так. Ну давайте тогда более правильно так сыграем в этот раз. Пускай. Вот, у нас знаменосец бежит, кстати. Бля. Давай посмотрим, есть у них знаменосец. О, какая. Какая у нас тут интересная ситуация. Так, на сей раз. На сей раз, ребята,
Ох ты, блин, так здесь еще кавалерия. Хопа, увернулся. Сучонок. Блять. Пожалуйста, сделай. Сделай заряд. Дай. Блин. Сука. Заряжаемся, короче. Мои парни начинают стрелять, а я пробираюсь через верх. Промах. Вон там артиллерист убегает, но уж я его не буду преследовать. Вот, треспались, ребята. Это, видимо, не я. Так, мои там стреляют. Да, мои вон там. Но я уж не полезу в самую гущу. Понятно, я это подстрелил его или нет. Почему-то сбоку надписи не появляются. Ну, ничего страшного. Ну, мне кажется, я попадаю. Просто не отображается. Не просрался экран еще. Ха, выстрел всадника нет. Куда делся, непонятно. Так, давай я буду смотреть за своими. Стреляют, конечно, но мне кажется, они... Блин. Сейчас снесут эту первую часть, первую половину австрийцев. Мои-то далеко расположились. А вот основная масса их войск, она впереди. Кавалериста бы надо прижучить. Сука. То ли сбил с коня, то ли непонятно что. Блин. Спешится, что ли? Фух. Мне кажется, пеший я лучше стреляю. Сука, еще не зарядился. Ой, как это муторно, вот насчет подзарядки, здесь, конечно, беда. Полностью понимаю тех, кто... Да смотри, что он заряжает и все, блядь. Понимаю тех, кто там воевал, по ходу дела бы это было жестко. Бля, это был промах. Один чел гусар забрался ко мне. Сейчас я вам, ребят, нагну. Блять, скачи. Сука. Тут уже лобовая атака идет. Сучонок, падла, иди отсюда. Заряжаем. Промах, промах, ништяк. Такие избушки здесь есть вообще интересные. Можно, можно где-то даже постоять, спрятаться. Че, знаменосца не видать? Ух ты, ядра валяются, ребят. Блин.
Знаменосец. Блин, надо же винтовку же еще взять. Сабля легкая. Подожди, а что дороже? А дороже патроны. А, уже нечего взять, все забито. Там несколько типа лимита, что ли, или что? Да. Блять, знамя, ёптать. Пиздец. А, нет, это два гренадера убиты. Это было не знамя, это была пика. Теперь надо обобрать этих мертвецов и оставить на сиденье воронью. Вот это я согласен. Спасибо, что освободили меня. Так, благодарю вас. Ох, нихера себе. Так, а не пора ли нам? Так, венгры, австрийские. Но уже я вижу, что рейнских новобранцев можно отпустить. Сразу же берем австрийского гренадера, почему бы и нет. Австрийский улан-ветеран возьмем. Гренадер, конечно, да. Стрелок. Берем. Австрийский ополченец. Так, кто у меня еще совсем прям... совсем дешевые есть. Так, улан-гренадер. Лейб-гвардейский гренадер. Я бы его вообще в гвардию отправил. Так, давайте посмотрим, кто у нас из дешевеньких-то есть. Вот австрийские ополченцы. А, вот вообще австрийский новобранец. Вот это прикольно. Так, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Скидываем. Берем родных. О, знаменосец. Ребята, возьмем. Так. Гренадер, конечно, да. Австрийский еще улан-ветеран. Почему бы нет? Так, давайте новобранец австрийский. Раз, два, отправим их. Еще чуть пятерых. Так, кава. Лейб гвардейский стрелок. Ну, вот именно австрийцев берем. Егерь. Нанять. Венгров тоже не будем брать. О, кирасир-ветеран возьмем. Егерь застрел. Берем. Так, ну кто у нас остался? Австрийский драгун. Ну, можно, наверное. Хотя нет, давай оставим пока. Так, русский гвардейский пеший гренадер. Не хочу я его брать. Давай. А, хотя можно было взять и отпустить, конечно. О, то, что нужно. Ребята, знаете, что нужно было? Нужен был нормальный мундир для нашего друга. Так, давайте посмотрим, а кто у меня хотел? А, вот Марнит. Все в мундирах, этот, блядь. Ну и Шарп, конечно, тоже не в мундире. Но Марнит — это вообще позорище. У него 23, но мы ему дадим русский пехотный. Так, пистолетные патроны, шляпа 18. Вот, шляпа. Шляпа 20. Хорошо. Так, он вообще пехотинец, конечно. Даже возьмем в пехоте. Давай-ка. Блин, ну он патроны будет взять. Стандартную винтовку дам.
Все. Так. Дешави каким-то образом прокачался. Дешави, ты негр? О, братан, совсем тебе плохо. Силу надо качать, ему живучесть. Так, здесь порядок. Австрийский ополченец пошел в ополчение. Австрийский стрелок. Давай, стрелка. Так, венгерский знаменосец. Давай поговорим. В чем прикол этого знаменосца? Здесь можно, здесь же можно писать слова. Ладно, не будем ничего писать. Или нельзя? Нет, войска, наверное, нельзя переименовывать, наверное, только спутников. Так, в чем прикол? Перевязка ран, живучесть. Не понимаю пока. Толкнуть бы, блять, битва идет. Значит, Прагу захватят, они не собираются. Блять, здесь битва. Они не собираются Прагу, что ли, защищать, я не понимаю. Иоганн Гиллер, что Шолькин? Че он кризай, по мнению? Блять. Подожди, если... Давай сохранимся. Если мы сейчас присоединимся к битве. Так, у нас 135 бойцов. У них 540. Блять, вступить в битву. Давайте посмотрим. Блин, я сохранился. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как выглядит оборонительная битва с нашей стороны. Блять. Пехота сюда. Эти сюда, третья сюда, а четвертые вот так сюда, наверное. Так, это кто у меня? Нет, второй. F2, F6. 1, F2, F6. 1, 2. Блять, стрелять не можем. Даже имя пехота стреляет, нет. Сука, валят тоже. Сейчас. Сейчас я заряжусь и пойду посмотрю, что там происходит. Надо помогать. Гасим. На колено, братья. Так. Сука, там внизу кто-то бы засел внизу. Не
Есть. Перезаряжаемся. Как там наши шансы? Что-то шансов маловато. Там еще подкрепление вылезло. Но у нас должно быть... У нас подкрепа тоже должна прийти. Есть, блядь. Так, давайте еще раз. Пехота сюда. Гренадерчики сюда. Кава сюда. Так, а... Элита тоже сюда. Центр держит пехота, а потом уже мы. Враги, убито 55. Ну, слушай, неплохо так. Сейчас помогу, ребят. Есть контакт. Прибыли подкрепления. Надеюсь, они сразу расставятся по местам. Сука. Убивают. Есть. А, сейчас они с этой стороны. Чуть пониже давай. Надеюсь, наших раненых больше, чем убитых. У них постоянно перевес. Быстро перезаряжаем. Что там на карте? Так, на карте пока нормально, но они близко. Я зарядился. Снял этого козла. Вперед, пехоту чуть выдерну вперед. Отлично. F2, F6. Сука, ну куда ж вы толпой-то, блядь? Перезарядил, пацан. Отлично. Третий сюда, четвертый. Элита сюда. Так, ну слушай, мы держим оборону неплохо. Перезарядил пацан. И вот и перешел на следующий уровень. Level up. Прекрасно. Так. О, англичанин, привет. Не кирасир ли там бежит? А, да, действительно. Блядь. Убили, блядь, моего англичанина последнего.
Как там соотношение? 103 убитых, ну 500, не знаю, 500, блядь, перебить, это, мне кажется, будет сложновато. Фух. Так, мне что-то кажется, что подкрепления больше не будет. Брауншвейгский стрелок. One shot, one kill. Но у нас народу мало. Я надеялся, что к нам присоединятся. Но это тоже пробная битва, сами понимаете. Куда нахер? Да, прокачал эту, конечно, стрелялку уже более-менее нормально. Брауншвейгский ранен. Блять, венгерский гусар. Драгун. Ранен. Прибыли новые враги. А, вот и наши, кстати, тоже. Ну что ж, продолжаем. О, сука, он уже здесь. Видели, вот здесь вылез уже чел. Подонок. Блять, австрийский улан. Вон они лезут уже. Сука, все лезут и лезут. Летел, блядь, с окопа. Так, ну там идут свеженькие. У нас ни подкрепы, ни хера. У моих солдат есть только я. В 53 урона, блядь. Эти что стоят, я не понял. Два гренадера. Я ж вроде просил сюда встать. Точно в голову. С этой стороны у меня очень хорошо нагибает. То ли элита, то ли конница. Прям эффективно справа ведут огонь. О, блять, в голову что ли? Сука. Блять. Неужели еще враги приползут? В целом-то немного осталось. Пропорция хорошая, ну не знаю, как они будут. Пипец, просто жесть, какая стрельба. Но с народу мало. Блин, вот этот штыковой сейчас может делов наделать. Сука. Ну что, стрелки, это же, блин, ополченцы, не могут они нормально. Хотя нет, вот, опа, нет запыря. Подожди. Запыряй его до смерти.
вот этого бы запырять. И они... Блин, сейчас начнется стрельба, стрельба в спину. Вот, запыряли. Вот, блядь. Сука, нет, не справимся мы. Че, блядь, 5 человек осталось. Навалили им, конечно, конкретно. Тут чуть-чуть, прям, ну смотри. А, нет, еще подкрепа бежит. Черт бы ее побрал. Ну и все, пиздец. 1-5, ну как же. Тем более пушки не работают. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так. Ну а в итоге-то, если они не хотят сражаться за Прагу, то в чем прикол-то? Блять, какой еще? Я, блять, иду в битву, они мне... Смотри, что. Не могу присоединиться к битве. Французская империя объявляет войну и начинает наступление на королевство Пруссии. Все против Пруссии. Улучшаются с 42 до 0. Пруссия и Австрия согласились заключить мир. А, подожди, никто. Так, а что битва-то тогда идет? Не, мне нет смысла здесь с ними. Так, если мы договорились с ними о мире, тогда какой смысл мне? Какой смысл мне было хлестаться с ребятами? Ну все, давайте тогда я сейчас раскидаю парням наши эти шмотки. Посмотрим, с кем война у нас с итальянцами, по-моему, началась. С ними можно зарубиться. Но это мы сделаем уже в следующей серии. Сейчас пока... Пока давайте так. О-о-о, гангстерская шапка. Он у меня и так как гангстер. Все, давайте. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Ставьте лайк, пишите комментарии.